Это самый крупный в Крыму автогородок. Его открыли после масштабной реконструкции. Татьяна здорово привела на праздник дочь и сына. Честно, большое впечатление, только положительное. Это большое, большое событие в жизни города на самом деле. Для меня, как для молодой мамы, это очень важное событие, так как действительно случаются трагические случаи на дорогах. И я бы очень хотела, чтобы мой старший ребенок сюда ходил в кружок. В формате игры-квестов детям наглядно показывают, как вести себя на дороге. Это помогает воспитать культуру вождения с малых лет. В детском парке открыли автогородок. Открытие было приурочено к 85-летию создания ГАИ. Дорожная разметка, пешеходные переходы, дорожные знаки и светофоры. Здесь все по-настоящему. Для учащихся кадетского класса работники управления ГИБДД провели первый практический урок. Существующая разметка, которая у нас на улице, светофорные объекты, знаки, все оно сделано на основании того, как оно есть в правилах дорожного движения. И здесь будет проводиться самое главное, что занятие инспектора пропаганды безопасности дорожного движения, которые с детскими классами будут заниматься здесь навыками правил дорожного движения. За движением в городке следят строго, скоростной режим контролируют знаки, в помощь юным автолюбителям установлены светофоры. Здесь на обновленном городке безопасности ребята смогут обучаться правилам дорожного движения, смогут обучаться культуре поведения на дорогах. Учли все детали, высоту и размеры светофоров, ширину проезжей части, дорожные знаки, миниатюрная копия настоящих. Городок безопасности дорожного движения открыли еще в 70-х годах прошлого века. 3 месяца назад приступили к его полной перезагрузке. Я думаю, что открытие данного городка поможет нашему подрастающему поколению приобрести навыки безопасной езды. Зона для пешеходов, велосипедистов и автолюбителей. В дальнейшем здесь планируют проводить регулярные и бесплатные занятия для ребят, обучать азам дорожного движения. Руслан Исмаилов, Алим Сейдалиев, телеканал «Миллет».